Здравствуйте. Сегодня вопрос по делу задаем Ненадской Светлане Алексеевне, начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ростовской области. Здравствуйте. Добрый день. Светлана Алексеевна, расскажите, какова вообще ситуация на сегодня? Сколько жителей Ростовской области обратились к специалистам с укусами клещей? На сегодняшний день к специалистам по поводу укусов клещами обратилось 1870 человек. Из них 470 – это дети до 14 лет. Количество укушенных в этом году порядка 25% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Это с чем связано? Это связано с ранней активностью клещей, которые переносят заболевания. Очень была теплая зима, поэтому клещи перезимовали в открытых стациях и в ранний более период начали свою активность. И поэтому вот вся так и сложилась ситуация, что количество укушенных значительно выше, чем в прошлом году. А чем страшен вообще укус этого насекомого? Хотелось бы, чтобы вы напомнили, и вообще зафиксированы ли в области случаи энцефалита в этом году? Укус насекомого страшен тем, что они переносят вирусные, бактериальные, рикетциозные инфекции. В частности, на территории Ростовской области опасны при передаче крымской геморрагической лихорадки клещевым боррелиозом или болезнью Лайма. Клещевого энцефалита на территории Ростовской области не регистрируется. У нас территория не эндемичная по этому заболеванию. Это что означает не эндемичная? Не эндемичная значит в открытой природе не определяются зараженные клещи и не регистрируются случаи заболевания при местной передаче, то есть среди, то есть клещи не переносят заболевания, случаи среди жителей не регистрируются. Это и означает, что у нас территория не эндемичная по данному заболеванию. У нас территория эндемичная по, и что нас сейчас особенно беспокоит, по крымской геморрагической лихорадке. На сегодняшний день уже зарегистрировано 14 случаев заболевания среди жителей Ростовской области. Наибольшее количество в Зимовниковском районе 4, в Сальском районе 4. Кроме того, регистрируется в Орловском, в Пролетарском, по одному случаю в Веселовском районе, в Зерноградском районе. Ну и, как я уже сказала, таких случаев у нас было уже 14. А как идет вообще борьба с этими насекомыми? Как обрабатываются территории? Есть ли какие-то проблемы? Проблемы проводятся обработки территорий по энтомологическим показаниям, то есть энтомологи определяют численность клещей в открытых стациях. Либо учет идет клещей на крупном рогатом скоте. Таким образом, при определении в открытых стациях организуются обработки, организуются управлением Роспотребнадзора или территориальными отделами по энтомологическим показаниям. Параллельно идет работа по обработке скота, этим занимается уже управление, организует обработки животных управления ветеринарии по Ростовской области. На сегодняшний день проведена обработка, это порядка около 6 тысяч гектаров обработано против клещей. И эти работы продолжаются. Управлением Роспотребнадзора направлены письма в адрес хозяйствующих субъектов о проведении акарицидных обработок. Ну, помимо обработок, необходимо еще помнить, что нужно перед тем, как провести обработку, убрать сорную растительность, скосить траву для того, чтобы эти обработки были эффективны. Но активность еще клещей, я бы хотела сказать, в этом году – кроме теплой зимы, еще была очень дождливая весна. И некоторые препараты после обработки прошел дождь. И, конечно, их эффективность будет ниже, чем хотелось бы, когда эта погода сухая. Тогда эффективность обработки, конечно, значительно выше. А вот после обработки вообще, если даже не было дождя, допустим, да, обработку провели препаратами, все равно существует ли опасность даже вот в такой обработанной местности получить укус? Активность препарата примерно где-то до 30 дней после обработки. Хотелось бы сказать, что препараты, которыми обрабатываются
против гиалемы, которая является гиалема-маргинатум, которая является основным переносчиком крымской геморрагической лихорадки. Дозы препаратов они в два раза выше, чем от других клещей. Но этим, конечно, знают и занимаются те организации, которые выполняют работы по дезинсекционной деятельности, по противоклещевым обработкам. Ну, хотелось бы еще узнать, что же делать людям, да, как себя обезопасить, на что стоит обратить внимание. Сейчас многие отдыхают, выезжают на природу. На что следует обратить внимание, какими средствами возможно воспользоваться, чтобы обезопасить себя? Во-первых, когда люди выходят на природу, сейчас очень многие любят заниматься активным отдыхом в природных биотопах, ходят на рыбалку. Конечно, одежда должна быть светлая для того, чтобы можно было заметить клеща, который не коричневого цвета, на одежде он легко может быть заметен. Потом необходимо соблюдать правила, если выходишь на природу в незнакомое место, рекомендуется, хоть несмотря на то, что очень тепло, но все-таки брюки заправлять в носки для того, чтобы клещ не мог проникнуть. Открытых участков кожи не было. И кроме того, когда выходите, люди отдыхают на природе, нужно обращать внимание, как бы самое взаимоосмотр, потому что, чтобы увидеть насекомое, которое попадет на одежду. Кроме того, есть репелленты, которые используются на одежде. Вот одно из эффективных средств – это пикник антиклещ, который действует на именно эксодовых клещей и действует на гиалему маргинатум. Чтобы клещ не мог присосаться, использовать этот репеллент. То есть есть такие репелленты, которые, может быть, и продаются сейчас повсеместно, которые не действуют на вот таких распространенных переносчиков. Нужно обязательно смотреть инструкцию, чтобы обладал и репеллентным свойством отпугивающим, и акарицидным, то есть как бы уничтожающим клещей. То есть на это нужно обращать внимание. При приобретении в аптеках, в доступных местах просить инструкцию, изучить ее, чтобы использовать для того, чтобы профилактировать заражение вирусными инфекциями, в частности, крымской геморрагической лихорадкой. Светлана Алексеевна, ну если вот случилось, произошло, да, напомните, что нужно делать, а что не нужно делать? Если все-таки клещ присосался, лучше, конечно, обратиться за медицинской помощью, чтобы можно было правильно снять клеща. Это должны быть или пинцетом, это должны быть обязательно защищенными руками, то есть это нужно делать в перчатках. Аккуратно вывинчивать против часовой стрелки клеща для того, чтобы хоботок не остался в теле, чтобы не возникло воспаление и чтобы клещ не, то есть чтобы доза, если вдруг он зараженный, не попала в организм, максимальная доза. И кроме того, хотелось бы сказать, что после укуса обязательно нужно следить за своим состоянием здоровья. Инкубационный период у крымской геморрагической лихорадки до 14 дней. И вот после укуса нужно обязательно за собой наблюдать. Если идет повышение температуры, особенно до высоких цифр 39-40, вот лето, жарко и вдруг температура, и имеется укус клеща, обязательно нужно обращаться за медицинской помощью. Ранее начатое лечение приведет к благоприятному исходу, если человек заразился этим опасным заболеванием. Обязательно нужно обращаться за медицинской помощью. Можно определить видовой состав клеща. Видовой состав определяют в центре гигиены и эпидемиологии, вот в частности в городе Ростове-на-Дону, филиале на Ларина 10, можно принести, и где специалисты очень опытные определят, какой видовой состав, какой вид клеща укусил человека. Ну, это тоже важно, конечно. Светлана Алексеевна, еще один вопрос. Хотелось бы еще узнать. Есть такой способ, метод, да, извлечения клеща, это намазать место укуса маслицем. Насколько это правильно? Ну, сейчас не рекомендуют. Последние рекомендации – это вывинчивание аккуратно. А почему нельзя маслом смазывать места укуса?
Ну, смазывают место укуса, клещ начинает волноваться, и максимальное количество вируса может попасть в организм. То есть это может спровоцировать дополнительную инфицирующую дозу, которая попадет в организм. Светлана Алексеевна, спасибо вам большое, что нашли время, пришли в нашу студию. Я напоминаю, у нас в гостях была Ненадская Светлана Алексеевна, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора в Ростовской области.